Индия планирует запустить собственную миссию в космос. Пилотируемая миссия под управлением индейца отправится в космос в ближайшие 3-4 года. Индия намерена к 2022 году отправить в космос первую собственную пилотируемую миссию. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, сообщает в среду, 15 августа, НДТВ. «Я счастлив объявить, что к 2022 году, когда исполнится 75 лет с момента обретения Индии независимости, мы планируем запустить пилотируемую космическую миссию. Мы отправим индейца в космос в 2022 году или даже раньше. Сын или дочь Индии отправится в космос с триколором в руках», сказал премьер в обращении к согражданам по случаю празднования Дня независимости. Он также напомнил, что индийские ученые уже запустили в космос более 100 спутников. Как известно, до сих пор собственные пилотируемые миссии в космос направляли СССР и Россия, США, Китай. Индия развивает собственную космическую программу с 1947 года, когда получила независимость. По данным местных СМИ, на сегодняшний день разрабатывается космическое оборудование, скафандры и питание для астронавтов. Также ведется активная работа над созданием собственных пилотируемых кораблей. Одним из наиболее важных проектов в сфере освоения космоса на сегодняшний день Индия считает Чандраян-2, в рамках которого планируется отправка к Луне автоматической станции. Чандраян-2 продолжит индийскую лунную программу, которую начал Чандраян-1, аппарат, отправленный к Луне в 2008 году. Проект предусматривает посадку экспедиции на спутники Земли и доставку на ее поверхность небольшого лунохода. До сих пор осуществить мягкую посадку на Луне смогли лишь 3 страны – Россия, Китай и США. Ранее Индия анонсировала запуск на орбиту одновременно 31 спутника. Напомним, несколькими днями ранее НАСА запустила зонд к Солнцу. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.